Всем добрый день. Иду на пляж Фламинго. Если честно, я не очень люблю ходить на пляж Фламинго, особенно в последнее время. По той причине, что слишком много негатива. Слишком очень даже много негатива. Поэтому как бы чаще хочется показывать хорошее. Вот Анжир, например, красивый. Но, тем не менее, подписчики на дзен-каналах обращаются. А я обещал, что буду слушать ваши обращения. Сейчас Минский должен пройти скоро, с минуты на минуту. Может быть, мы его застанем. Но там пока красный семафор. В общем, покажу. Понимаю, что многим этот пляж очень даже дорог. И интересуются, есть ли изменения, есть ли выход, непосредственно выход к воде. В данном случае. Тут уже сама набережная особо никого не тревожит. Интересует выход. Ну, попытаюсь ответить на ваш вопрос. Выход есть. Вот такой, кстати, очень опасный. Видите, чуть не наступил на этот уголок этот и чуть не намахнулся. В принципе, на этом можно заканчивать наш ролик. Так как все, что я хотел вам показать. Вроде красный горел. А, ну правильно, красный в ту сторону горел, куда я смотрел. Вот он, Минский пошел, синенькой. Белорус, привет. Для вас, считайте вагончики. В общем, выход, как вы видите, ну нет, теоретически, да и практически спуститься, конечно же, к морю можно. Если осторожно. Ну, допустим, если с детьми, эти штыри торчат, достаточно, ну, не опасно, но как бы надо держать их конкретно за ручку. Что-то не понял, какие-то плиты чуть-чуть сползли, что ли, или они обнажились из-под камней, не знаю. Ох, там вот бывает красиво, когда хорошая волна бьется об вот эти вот. Вот такие вот бетонные конструкции, названия которых я никогда в жизни не запомню, хоть вы мне их 100 раз уже говорили, как они называются. Сама прибрежная полоса очень даже нормальная. Галька здесь хорошая, пригожая, полежать можно, но, честно говоря, не так ее уж и много. Хотя сегодня же у нас, видите, какое-никакое волнение есть. Когда волнения все эти закончатся, то пляж станет намного, ну, не намного, но станет шире точно. Внешний вид как бы не очень. В этом году пляж ремонтировать, восстанавливать не будут. Я так думаю. Это мое личное мнение. Нет никаких предпосылок. Если бы что-то было, было бы желание, возможность, точнее, уже бы сделали. Я уже вам объяснял причину, почему этот пляж вот именно так выглядит, на мой взгляд, опять же повторюсь. Там дальше, за пляжем Янтарь, имеется физическая преграда морской гальки, поэтому галька теперь сюда не доходит, на этот пляж Фламинго, да, в том числе и на Дельфин не доходит, да и Свирскому не все достается в полном объеме, поэтому такие изменения и происходят. Так, ладно, там люди отдыхают, я не буду уже мешать им, полезу наверх, не буду. Вот. Кроме того, сейчас еще стоит вопрос о том, что прежде чем что-то делать, я имею в виду в данном случае реконструкцию пляжей, там, в том числе центральных, ну, надо сделать, укрепить береговую линию, там специально есть проекты, во всяком случае это многомиллионные проекты, но сейчас над ними задумались, то есть выходят на федеральный уровень, я так понимаю, городские власти, то есть этот вопрос не стоит на месте, но и сильно не движется, я скажу вам так. Вот. Пока не укрепят там внутри, в море, чтобы волны не разбивали все, ничего делать, скорее всего, не буду такого глобального. Здесь я не понял, то ли оно уже обломилось, то ли было такое обломленное. Что-то, мне кажется, произошли какие-то изменения. Далеко не в лучшую сторону. Пойдемте посмотрим, что с той стороны творится.
Мусорное ведро есть, но тем не менее попасть в него могут не все. Здесь маленькая грязюка. А я везде, везде найду грязюку. У меня талант. Видимо, еще немножечко подкинули говноземчику. Видите? Он, ну, естественно, вымывается. Что тут для моря, это не проблема. Хотя в последнее время таких-то штормов-то больших не было. Если бы они, конечно, были, то эта гора бы быстренько оказалась бы в море. Невзирая ни на что. А так красиво. Бирюзовое все. В Туапсе кораблики видно. Пока еще держится этот здание, эта кафешка. Видите? Из последних сил, как может, цепляется за бетонное ограждение, но бетонное ограждение, вероятнее всего, тоже рано или поздно уйдут в море. Посмотрим, что здесь. Деревянная конструкция держится на серьезных соплях. Там, судя по всему, полторы опоры еще висит и все. То есть до следующего нормального шторма, как взвинется немножечко, буквально взвинется это бетонка, и все, и понеслась, все это окажется, ну, не все, нет, упадет та опора, это еще может быть подержит какое-то время, может быть частично, но не в полном объеме, склонится перед морем, и часть досок уйдут в море точно. Но если же бетонное основание вообще рухнет, то все это окажется в море. Я думаю, что уже давным-давно пора отсюда все убрать подальше, чтобы потом не вытаскивать это все с пляжей. С пляжа, скорее всего, будут одни люди вытаскивать, а здесь другие. Поэтому все так произошло. Вот такое, друзья мои, состояние пляжа на сей момент. Как вы видели, уже выхода пока нет. Пока. Но я думаю, вот выход непосредственно к пляжу, к этой гальке, он появится. Вот буквально, я так думаю, ну, может быть, не на дня, на день, но к первому числу он точно появится. Потому что здесь все равно живут люди, все равно сами же люди ходят на море, близлежащих домов, и гости ходят к морю, то есть выход какой-нибудь да сделают. Будем надеяться, что сделают нормальный выход. Остается только надеяться. Как бы так. Больше мне сказать вам касаемо пляжа Фламинго, к сожалению, нечего. Никакой информации успокоительной у меня нет. Показываю все как есть. Просьба. Большая просьба. Уважительнее, пожалуйста. Если вам не нравится что-то, ну, либо воздержитесь, либо идите на тот канал, где вам все нравится. Где все показывают красиво. Все. Всем до свидания. Ну и обратная связь на Дзен-каналах. Всем пока.